Кто-то нарвал экибану какую-то на кухню. Это стройка выходного дня. Добрый вечер вам, здравствуйте. Каждый год делаем такую на праздничный стол. На кухне. А елка будет в зале. Так. Ну что, вот левый фонарик, центральный был, правый фонарик. Да, впереди. Ну, в общем, это вот занимался электрикой. Ну и там сделал лампу внутри. Так что вроде бы чем-то и занимался, но с внуками много не позанимаешься. Приехали вчера поздно, а сегодня уезжаем рано. Зато нарядили елку, поставили снеговика, повесили носочек ему. Вот что-то там будет, кто-нибудь какую денежку положит. Ну, на стройку выходного дня. Вот такая красивая. Вот это мой с детства домик. Вот какие красивые игрушки. Всем пока!